spinningline.ru. Рыбку мышкой. Здравствуйте, дорогие друзья! Меня зовут Вадим Комиссаров, и я рад вас приветствовать на канале Spinning Line. Сегодня в нашем обзоре представлена очередная серия воблеров от компании Cotton Cardell. Это линейка под названием RMM, способная заинтересовать любителей ловли крупного хищника на небольших и средних глубинах. Приманки достаточно просты, уловисты и при этом обладают невысокой стоимостью. Давайте поближе их рассмотрим. Линейку RMM можно смело отнести к большому и наиболее популярному классу минно. Корпус удлиненный, с невысокими боками, округлое сечение. Брюшко прямое практически по всей длине. Наибольший объем мы видим в средней части корпуса, а в стороны идет постепенное и плавное сужение. Такая геометрия обеспечивает хорошие аэродинамические характеристики и послушность во время проводки. Спереди установлена небольшая пластиковая лопатка округлой формы. Выше ее находится крепежная петля с заводным кольцом. Напомним, что при ловле щуки необходимо использовать надежный поводок, чтобы уберечь приманку от обидного среза. К сожалению, точный рабочий горизонт производителям не указан. Но ориентируясь на размеры и наклон лопасти, можно предположить, что воблер заныривает приблизительно в районе от 50 см до 1 метра. Длина такой модели составляет 114 мм, а вес равен 15,2 грамма. То есть тут можно использовать как спиннинговую снасть класса Medium Light, так и кастинговый комплект. Степень плавучести положительная. Это поможет обловить более мелководные участки водоема или обойти подводное препятствие, остановив проводку и дав воблеру немного всплыть на паузе. Серия насчитывает несколько самых популярных и уловистых вариантов раскраски. Есть светлые, темные, натуральные и кислотники. Имеются с эффектом голографии, создающим множество бликов. Так что рыболову не составит труда подобрать тот цвет, который подходит под его условия ловли. Для оснащения применяются два соразмерных тройника. Оба крючка имеют хорошую заточку, что позволяет без проблем просекать рыбу. А прочная проволока и сравнительно некрупные бородки на жалах не дают трофею сорваться во время вываживания. Внутри пластикового корпуса расположены элементы огрузки, балансировки и системы дальнего заброса. Это металлический шар, который перекатывается по продольному каналу. Кстати, модель очень шумная. Для Cotton Cardell RMM можно применять различные варианты анимации. На равномерке или стоп-н-го воблер будет показывать активную собственную игру. При твитчинге метаться из стороны в сторону. Основными трофеями данной приманки могут стать щука, судак и крупный окунь. Осталось добавить, что ссылку на данный товар вы найдете в описании под видео. А чтобы не пропустить новые интересные и полезные обзоры, не забудьте подписаться на наш канал. А на этом я с вами прощаюсь и до новых встреч на канале Spinning Line.